И всем привет, ребята, с вами снова я, Кирилл. В общем-то, сегодня мы поиграем в «Как достать соседа 2 ремастер». Это очередной так называемый ремастер от Игоря Ч. Он мне это не скидывал, не просил снять, но тем не менее мне стало интересно, что он у себя представляет. Ну, в общем-то, вот у нас... давайте посмотрим, что он нам приготовил. Погнали. Может, это действительно какой-то интересный мод. Games Ч, студия ПК Игр. Игорь, я тебе еще раз повторю. Группа ВК, где публикуются моды на «Когда соседы», где один человек, это не студия и тем более не компания. Ремастер. Угу. Кстати, там дебаг информации, но она исчезла, так что это, скорее всего, в спрайтах. Так, параметры, я тут звук заранее отключил. Меню выглядит вот так. Ну, не особо ничего интересного, просто скриншот. Ну, поехали. Список эпизодов. Не понял, а чего? А, эти уровни отменены, что ли? Ну, зашибись. Итак, ну что, поехали. На борту. И, кстати, у меня... Хотел еще сказать, у меня пока бандикам все равно не крякнутый, поэтому вот так вот. Будет водяной знак, к сожалению, за это прошу извинения. Но я его смонтирую позже. И я имею в виду, я это видео смонтирую и публикую на YouTube. Кстати, у этого ремастера, так называемого, там шел архив, там две части. Первую часть я уже отснял, но когда она выйдет, не знаю. У меня пока есть другие дела на борту. Для того, чтобы соседу убежать от этих мучительных пакостей, он закупил. Это означает, закупил там оптом или что-нибудь еще. Ну, короче, все точно так же. Так. Джоутвайн ТВ. Когда со соседа 2. Буквы вот это, кстати, смещены. Вот эти буквы смещены. Привет, добро пожаловать в ремастер игры «Соседи из Ада 2». Я Джо, и ладно, я тебе покажу, как начинаем пакости соседи на Омбике. Так, где Ольга? Кстати, Ольга там пришла, но это было... О, он здесь появился. Ну, это прикольно, черт возьми. Так, ну здесь, получается, у нас изменены позиции этих всех. Ну, это сделать довольно просто, на самом деле. Там... Это... делать очень просто, на самом деле. Итак, угу. Подойдем к вот этой отметке, и у нас начинается съемка соседа. В каждом эпизоде сосед повторяет. Ну, это тут описание просто так изменено, особых изменений не претерпело. И как я понимаю, мы сейчас будем ложку брать и этим паломником зачерпывать, хотя хрен узнает. Посмотрим. Однако, если там... Так тут три пакости, получается. Ну, посмотрим, какие тут пакости. Может, тут вот этого разводного ключа просто не будет. Хрен его знает. Так. Это я и так уже все знаю. Я оригинал перепроходил раз 500. Так что тут для меня пока ничего нового. Я надеюсь, что в этом моде будет хоть что-то новое, а не, опять же, одни и те же пакости, и вот, нате, это ремастер. Игорь, я тебе открою секрет. Ремастер — это та же самая игра, но модифицированная в плане графики. Ну и там добавляют, конечно, некоторые незначительные плюшки, но основное там... Основное отличие — это графику улучшили. Вот. Поэтому... Я здесь пока улучшения графики не вижу. Назвал бы, я не знаю, ремейком или как-нибудь там еще. Но это не ремейк. Что сейчас за колдовство было? На второй части, кстати, сделать посложнее. Пила. Угу. Он, типа, эти спрайты изменил. Окей. О. Ключи. Ножницами, что ли? А как он ножницами смог подпилить дверную ручку? Очень интересно. Но он идет. Угу. Вот это он прикольно нарисовал. По-моему, это вот этот ключ. От хлюшки он там замазал и нарисовал знак якоря. Вот он идет опять примерять шляпу. Моряк. Даст ему по рукам. По каким рукам?
вроде смеялся, но это и было и в оригинале. Если ты можешь перейти в следующий эпизод, при этом у тебя будет минимальный рейтинг, может сделать еще одну пакость. На какую, нам не скажут, но это и в оригинале также было. Но я еще смотрю, если что. Прикол в том, что тут, нет, тут думать не надо, тут просто стрелки показывают. Тебе останется только додуматься, что применить, и все. А тут не додуматься может только совсем неполноценный человек. В общем, первый уровень мы почти прошли. Ну что можно сказать? Если честно, пока так себе. Не знаю. Ну да, сосед там, точнее, Вуди выходит отсюда. Переставленные объекты, но... Хреново я прошел, но тут по-другому нельзя, на самом деле. Он не наберется так просто. Отлично. Ну, хреново, на самом деле не хреново, просто я бы эту награду не набрал. Мне там не хватило чуть-чуть. Остановка номер один, первая сторона, Китай, сосед сразу же отправился на пляже, Ольгин сынок играет у моря. Угу, поехали. Что можно сказать? Если честно, я пока ничего нового не вижу. Да, предметы изменены, там расположение предметов изменено, но, блин, пакости все те же самые. А еще мне очень интересно, как Вуди ходит по воде. Взять комод, каким образом комод оказался здесь. Я понял, ребят, откуда. Я понял. Он. Скорее всего, Игорь здесь где-то заменил местоположение и просто перерисовал. Ну ладно. Ну, типа, да, тут добавляется новый предмет. Но, блин, суть-то от этого не меняется. Здесь не меняется суть от того, как меняется предметы-то. Окей. Так. Гнездо крабов внизу. Окей. Так, у нас три пакости, опять же. Блин. Он, скорее всего, ее специально упростил. Хотя хрен его знает. Я понял, откуда. Вот он пилу, он взял вот отсюда вот эту хрень и перерисовал ее вот сюда. Все, я теперь понял. Так он эту рыбную кость или что-то там было заменил на пилу. Использовать. Юзай давай. Успеем или нет? Блин, не успели. Ладно, давайте перепройдем. Хотя, в принципе, ну смотрите, тут... Да, тут усложнение, геймплей тоже тут закрыт. Ну блин, пакости все те же самые. Абсолютно, они не претерпели никаких изменений. Просто поменяли расположение предметов. И все. Да, эта фишка чуть-чуть меняет геймплей. Но блин, как это можно назвать ремастером? Как? И тем более ремейком. Я уж тут погорячился. Запустить новую серию. Что тут дальше? Путь к Великой Китайской Стене. Этот уровень не работает. Он забыл убрать то, что он отменен. По кому звучит гонг? Типа, по кому? Ком. Вот, и теперь пришло время немного побывать на китайском замке. Каком еще китайском замке? Это Великая Китайская Стена, Игорь. Ты что, вообще, что ли? Я чуть позже перепройду этот уровень все равно. Вуди тоже мог брать. Да, есть цель. Тут с текстами проблемы, но ладно, закрой глаза. Итак. Вы сейчас можете мне писать, типа, зачем ты так критикуешь его. Ребят, создавать моды на как даст соседа, это относительно простая задача. Всего лишь нужно разобраться в этом Game Data BND и изменять его. Все. Там ничего сложного нет, поверьте мне. Если вы знаете HTML, то в этом можно разобраться за день-два. Не знаю, я разобрался во всем этом за 3 дня и сделал мод. Да, вы сейчас побежите, может быть, кто-то из вас побежит, говорит, что я сейчас хвастаюсь, но, блин. Это все и... Давайте с ним поменяемся. Это в оригинале было. Итак, у меня запись остановилась, но не волнуйтесь, я вовремя это заметил. Валим отсюда нахрен.
Многие, кстати, думают, кстати, сейчас вот ставлю свою лепту. Многим первый сосед нравится больше, чем второй, но, если честно, я противоположен мнению. Скорее всего, это связано с тем, что во вторую часть я поиграл раньше первый. На год или два. Первый раз я увидел соседа на компьютере своей бабушки, а потом мне ее папа поставил. Но это была вторая часть еще. Насколько я знаю, в первого соседа мой папа поиграл еще давным-давно. И вот он потом мне показал эту игру. И она мне понравилась. Вот так я и познакомился. Я где-то рассказывал эту историю, но... Расскажу еще раз, может кто-то из вас не знает. Да и я эту историю рассказывал года два назад, поэтому... Я думаю, большинство из вас и не знали об этом. Съемка соседа. Ну, это я сейчас все сделал, но опять же... Ну да, поменялась там картина, но, блин, пакости все те же самые. Абсолютно! Как... Где тут ремастер? Я даже не совсем понимаю, а какой смысл в этих модах? Да, я сам делал такие моды, и... Вы сейчас можете сказать, какие-нибудь необразованные... Может быть, сейчас кто-то необразованный придет и скажет, что это только начинающие ребят. Первые моды Игорь Че раньше начал делать еще раньше меня, еще в далеком 2018 году. И первые моды с изменением геймдата BND он начал делать в 2020. Какой скилл прокачал с этого момента? Да никакой! Никакой! Он все точно так же делает. Вот, поменяя, чуть-чуть измени, давай, спрайты. Заменим расположение предметов, все, нате играть. И назову это ремастером обязательно. Все, пакости все те же самые. Абсолютно. По морю. После Великой Китайской стены все вернутся, прям что сейчас любят плыть на лужах, ходут бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Только зачем надо было описание изменять, типа, чтобы всех убедить, что это ремастер? Я не понимаю. Блин, сосед сюда идет, уходим. Так, ты... Работай. Пила. Окей. У меня почему-то вид этой шины что-то в детстве как-то настораживал. Не знаю почему. Вот он сейчас идет играть пинг-понг. Я уверен, я готов поставить сотку, то что тут пакости абсолютно те же самые. Ребят, поверьте мне, пакости изменяйте просто. Просто немного посидите в GameData BND и изучите HTML. Ну вот серьезно. Да ты пошел, болван. А, он же это... Блин, я забыл даже. Так, ладно. У нас сосед сейчас спалит, вероятнее всего, хотя не знаю, может и нет. Давай, 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 ложи свои очки ты. Нет, он спалит нас сейчас. Ну ладно. Сейчас он нас побьет, и мы тогда продолжим. Но главную пакость мы сделали. У нас тут 4 пакости. Они остались, в принципе, без изменений. Давайте отключим отчет о пакостях, потому что он будет сейчас отвлекать. Потому что мы с вами все это уже и так видели. Я этот мод до конца пройду, чисто из-за уважения к оригиналу. Вот. Подождите. Вы не хотите... Я надеюсь, я ошибаюсь. Чего? Какого хрена? Я сюда использовал пилу, но тут появились гвозди. Что? Что? Это новый. Это новые. Это пакости, которые мы заслужили.
Ну вот он идет сейчас опять с Ольгой играть пинг-понг, и ничего нового. Вот серьезно, ничего. Здесь он вообще просто закрыл проход и найти играть. Ну, вот эта вот коробка может, да, она тут стояла. Да, он тут поменял расположение предметов, но, блин, ну, черт возьми, какой от этого смысл? Это на мили... Даже выразиться, я не знаю. Это совсем чуть-чуть меняет геймплей, но никакой разницы, я никакой разницы не чувствую. Вы можете меня посчитать слишком придирчивым, но, блин, он 2 года стоит на месте, вот в прямом смысле. Символ моды за последние 2 года. Когда со соседа 3, когда со соседа 4. Ремастер в 2021. Heartbeat Hell, Новый год. Они все те же самые. Просто меняется название и локации. Все, больше ничего не изменяется. Ничего. Это, кстати, хрень, я не понимаю, зачем он это добавил. В оригинале, я помню, точно такого не было. Камни всякие. Ванг общепит. Тут опять ест этих угрей. Не знаю, кстати, они вкусные или нет. Меня этот вопрос всегда волновал. Я вообще раньше думал, что это какие-то кальмары, но нет, это угри оказались. Не добрали ни на срыва, ну и похрен. Отлично. Угу. Точно в яблочко. Соседу теперь будет хорошо и не скучно, что-то там. Погнали. Так, а мамаша где? Может, я недооценил этот мод? Ты смог пройти эпизод цирк-атака? Куда он побежит-то? А, все ясно. Все ясно. Он бежит к своей маме, которая теперь сидит внизу. И это, как я понимаю... Но не единственное, конечно, но... Опять же, я не понимаю, зачем такое создавать? Зачем такое создавать? Эпоха всех этих модов. Как эпоха? Раньше такие моды считались крутыми, где типа, вау, перестановлены предметы, да это же меняет геймплей. Ну блин. Я не знаю даже, просто что сказать. Эти моды уже давно не пользуются популярностью. Подушку-пердилку. Ха-ха-ха. Я, кстати, не знаю. Что давным-давно, что сейчас над пакостями, если честно, из соседа, что из первой части, что из второй, не смеюсь. Ну, вообще никак. И в конце мода я вынес. В конце прохождения я, конечно, вынесу вердикт этому моду. Пока не знаю, каков он будет. И, кстати, там все уровни открыты. Но это довольно популярная практика. Ну, в этом ничего плохого нет. Это даже в каком-то роде хорошо. Так, будем. Нет, иди назад. Тут, кстати, без читов пройти довольно сложно, потому что перекрываются проходы. Однако, ребят, опять же, да, это меняет геймплей, приходится там проходить, теряя жизнь, но это не радикально изменит геймплей. Понимаете, не радикально. Да, какие-то изменения там есть, но, блин. Ладно. Давайте просто закончим этот мод. Ой, простите, ремастер, это же ремастер, конечно. Это очень крутой, замечательный ремастер. У меня просто мурашки по коже от того, насколько он крутой и революционный. Вообще, я просто охренел, когда впервые его запустил. У меня... Господи... Ладно. Шутки в сторону, продолжаем. Он идет. Итак, ребят, я сходил передохнуть. У меня, как видите, опять же, только 10 минут записывать может, но ничего. Итак, продолжаем. Стоим тут.
Да засыпай ты уже быстрей. Так, быстрее, 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 быстрее. Так, ну что, он пойдет сейчас туда. Давайте ему сразу попадемся. Хотя, нет, мы можем... У нас есть... Ну-ка, а что будет, если туда... А, нет, он не пройдет. Он не пройдет, получается. Давайте лучше нас мамаша спалит, потому что этот он нас может закинуть прямиком вот сюда, и тогда у нас останется только одна жизнь. Рыбу поймал. И пошел дальше. Я, кстати, только недавно узнал то, что это он глушит рыбу. Я думал, он просто какие-то петарды кидает и все. Так. Блин, так. Ну. Те же, абсолютно, опять же, те же самые пакости. Ничего нового я не вижу. И я тебе, Игорь, скажу, твой мод недели отдыха гораздо лучше, чем вот это. И ты при этом свой мод недели отдыха не хочешь заканчивать, а вот этот... И ты его особо нигде, я не знаю, не рекомендовал, а вот этот ты восхвалял где-то... Говорил то, что у меня вышел очень крутой ремастер, а на деле это не ремастер, это просто перестановочный мод. Я просто не знаю, как по-другому это назвать. Просто перестановил предметы. Все, больше ничего. Я не знаю, мы скорее всего не будем проходить этот мод до конца, у меня уже... Я уже предполагаю, что там будет дальше. Скорее всего, там дальше будет все то же самое. Абсолютно. И этот мод, насколько... насколько я знаю, он делал 3 месяца. Только я не знаю, что там можно было 3 месяца сделать. Блин, я такой... Такой мод можно сделать за 2-3 дня, если посидеть над ним чуток. Но он делал это несколько месяцев. Достойно аплодисментов. Угу. Итак, он идет собаку свою ложить и туда. Давайте вниз спустимся. Почему бы и нет? Почему ты в трубе сидеть-то? Кстати, когда-то давно я думал то, что это просто какое-то укрытие. Я не понимал, опять же, что это труба. Он идет. Опять же, немного не хватило, но и похрену. Итак, мамин дорогой сынок. Продолжаем. Что у нас тут? Опять ничего нового. Я не буду. Давайте просто посмотрим, что там дальше. На этот уровень мы все-таки, наверное, пройдем. Отменен. К сожалению, этот уровень был отменен. Прогулка с собачкой. Сегодня все сдали, сосед хочет отдохнуть, но его зовет. Можешь просто пойти с собачкой гулять? Пиво можно взять. Ну, хотя давайте посмотрим, может. И что это? Алкогольное пиво вредно даже для взрослых. На кого его? На слона, что ли? Нет. Но пакости здесь опять все те же самые. Опять все те же самые. Он это тут переостановил, чтобы перестановил, сделал перестановку, чтобы было... Возможно, было пройти вообще. Тут две пакости. Окей. А, я понял, что... Он, Игорь Че, думает то, что у крема для загара такой же эффект, как и у пива.
Ну, вообще пиво так-то это жидкость, поэтому ладно, не буду токсичить. Это пиво. Очень похоже. Все, миссия пройдена. Что там дальше? В Америку. Какую нахрен Америку? Я надеюсь, что ты имел в виду Южная Америка, а не Америка. Я надеюсь, Мексика так-то находится в Южной Америке, если мне еще... Хотя нет, в Северной. Наверное, в Северной. Passage is closed. Угу. Он идет, значит, сюда. Что-то он долго шел, кстати. Хотя в оригинале, по-моему, так же был. Берем колбасень. Очень интересно, как вот это оказалось вот с этим рядом. Кстати, всегда думал, что это, блин, такое? Какой-то писсуары, там какие-то таблетки, ничего здесь нет. В таком красивом месте. Ох, очень красивом. У соседа был шок, когда он там появился. Опять же, ни хрена нового. Ни хрена. Пикник. Мы посмотрим просто, что эти два уровня. Пройдем этот последний и... Все, я тогда дам свою окончательную оценку. Нет, здесь ничего. И это называется крутой ремастер. Угу. Вообще очень крутой. Тут опять ничего нового. 100 наклеек. Я помню, кстати, любил этот мультик. Робокар Поли. Отсылку на себя сделал. Когда был маленький, смотрел его часто. Окей. Давайте это уж пройдем. Хотя... Ну ладно, ладно, я согласен, сколько у нас там времени осталось. Давайте сейчас глянем, сколько там. Так, у нас с вами 3 минуты. Ну, я думаю, на уровень хватит. Хотя, давайте я сейчас запись перезапущу. Давайте, для вас это займет полсекунды, а для меня чуть-чуть. Чик-чик. Продолжаем. Так, угу. Собираем все. Тут, насколько я понимаю, достаточно две пакости и все. Я не знаю, вот это вот... Он эти пакости удалит для... Чтобы геймплей ускорить или зачем? Вот просто я пока не может... Может это я такой тупой или не понимаю чего-то, но... Мне непонятно, зачем он это сделал. Так, идем отсюда нахрен. Смотреть на стол. Я понял, почему тут стол. Я все равно не могу понять. Я это, наверное, уже раз 300 сказал, но я не понимаю. Он пакси удалил, чтобы ускорить геймплей? Или зачем? Или типа, чтобы придать и посмотреть... Доказать людям то, что это настоящий ремастер, ремейк, переиздание, супер-мега. Иди сюда, дебил. Успеет, я надеюсь. Давай, быстро, быстро, быстро. Успел, но у нас сейчас сосед спалит. Заканчиваем уровень, все. Я не хочу еще жизнь рисковать. Хорошо. В общем-то, мы прошли этот мод. Конечно, точнее, не совсем прошли. Просто, типа, посмотрели, по сути, что тут есть. В общем, что я могу дать? К сожалению, меня этот мод очень сильно разочаровал. Это ни хрена не ремастер. Не особо могу рекомендовать. Я ему ставлю 2 балла из 10. На больше он, к сожалению, не рассчитывает. Вы сейчас можете показаться, Кирилл, зачем ты токсичишь, но, блин... Вы бы поставили этому моду высокую оценку? Я не думаю. Поэтому, в общем-то, ссылка на мод будет в описании. Всем пока.